Всем привет, рабочая неделя началась, и вообще, не знаю, у кого Инстаграм не работает, у меня все работает прекрасно, с VPN все прям пашет, ок. И вообще, на самом деле, я не всегда так был активен в Инстаграме, я очень долго его отвергал, потому что я всегда любил ВКонтакте, несмотря на то, что там его по слухам прослушивают, просматривают, и даже сообщения на глазах могут удалять, если там что-то такое эдакое. Противоречит государственным нормам, каким-то законам и правилам, но вот долго его отвергал этот Инстаграм, и вот наконец-то, я думаю, сейчас вот Инста везде у всех заблокируется, и все вернемся снова ВКонтакте на площадку мою давно такую знакомую, любимую, где у меня всегда было много друзей, где я со всеми общался, поддерживал связь, и какая-то коммуникация была, если что-то нужно было найти, я все делал через ВКонтакте. Это такая была мини-поисковая система, то есть группы практически есть на любую тему, на все что угодно, все было там. Сейчас же появился Инстаграм, все перешли туда, и резко популярность ВКонтакте упала. Ну как сейчас, это произошло лет 10 назад. Вот, и я надеялся, что вот сейчас произойдет то самое, что все уйдут снова туда, но нет. Как бы да, мне там добавились какие-то друзья из Инсты, которые ВКонтакте у меня не было, я кого-то добавил, но при этом особой какой-то активности я не замечаю, потому что все продолжают пользоваться Инстой. С VPN она прекрасно работает, и вот я думаю, нахрена столько социальных сетей? Ну блин, ну давайте реально вот эти все ребята, которые из 90-х, вернемся все вот туда обратно на эту площадку, потому что я так понимаю, что современной молодежи, вот которые поколение 20 лет и меньше, им эта вся социальная сеть, общение им не особо надо. Они сидят в телеге, сидят еще где-то, еще вот эта телега, меня, боже, как она меня бесит. Вы даже себе не представляете, это, господи, 100-500 каких-то телеграм-каналов. У каждого просто бомжа есть свой телеграм-канал. Зачем? Что? Я вот подписан там на несколько пабликов, которые, как правило, развлекательно-юмористические, ну просто у каждого блогера, у каждого человека, у каждой собаки есть свой телеграм-канал. Зачем? Я не буду ни на кого подписываться в телеграм-канале, честно. Не буду ни за кем следить, ни с кем там переписываться, потому что я его терпеть не могу. Мне всегда нравился WhatsApp своим минимализмом, своим этим зеленым цветом. Нету каких-то 100-500 стикеров, которые без конца что-то присылают. Стикер присылаешь, и он вот так занимает половину диалога. Что это такое? Мне не нравится. Я не хочу всего этого. Мне давайте вот ВК. Я такой буду жесткий консерватор. Я уже старый, наверное, для вас. Вот такой уже закоренелый, не хочу ничего нового, хочу ВКонтакте, ВКонтакте хочу!